почему-то думала, что у меня лето пройдет очень спокойной обстановке. Я так немножко расслабилась в мае, в июне. А потом, когда у нас закрутился этот проект, думаю, ой, что-то как-то на самом деле очень круто. Идут и подготовка к выставке, и Люберцев. Но в целом, я надеюсь, мы справились. И помидор я очень люблю. Я каждый раз, когда теперь захожу в тепличку в свою, думаю, вот он красавец, висит, вот он на самом деле. А теперь он непосредственно на конвейер переложен. Действительно, работа большая, работа многих людей, как я уже сказала, и в очередной раз убедилась, что работа производственных компаний, Риолис там и так, и других, это большое-большое дело, и то, что они делают, это очень здорово. Так, что молчим? Ну, давайте, давайте. Может, каким-то еще другими музеями или картинными галереями продолжить, когда съездишь на работу? Вы знаете, я человек такой вот, как сказать, привязывающийся, да, поэтому пока мы не отработаем все до конца, а там 4000 полос у ботанического атласа, я на самом деле смеюсь, даже вчера, когда Юля рассказывала о том, что у них в атласе 4000 страничек, и я вышивальщице Асе говорю, Ася, представь себе, ты уже такая седая, такая уже с дрожащимися руками, пишешь мне ночью в ночи смс-ку, Элина, я доделала, там, не знаю, там еще что-то, высылаешь картинку, и мы начинаем смеяться на эту тему, потому что, ну, в действительности, как оно сложится, как оно получится, я не знаю, но есть куда стремиться, куда работать, и вполне возможно, что с Царицыным мы еще что-нибудь придумаем. Если сложится и будут какие-то интересные проекты, задумки с другими музеями, либо же с галереями, то почему бы и нет, но вот мы начали и продолжим непосредственно с Царицыным. Может быть, есть Сирель Алмазная, больше будет. Не дай бог. Нет, почему? Вы знаете, все любят разные, не надо. Опять же, время покажет, но поскольку мы все-таки связаны с журналом непосредственно, а журнал посвящен вышивке и уборному наделе, поэтому мы, конечно, сейчас как бы сделаем акцент непосредственно на вышивке. Ну и будем делать то, что мы, в принципе, умеем, знаем, вот Инна, все-таки, ну, Инна разработчик схем для вышивания. Бисером тоже? Нет, мы на крестиках. Мы на крестиках. Отлично, спасибо, что вы это все сделали. Это очень полезно и очень интересно, особенно для Царицына. Для тех, кто любит Царицына. И попасть, вот как вы говорите, в тайны и посмотреть, это просто... Ну да, на самом деле, не каждому это дано. Мне, к сожалению, не дано было побывать в этих архивах, только избранным. Вот. Но, тем не менее, я рада за девчонок, что они прикоснулись вот к тому периоду времени, до начала 18 века, и они смогли, ну, наверняка что-то вот такое вот захватить, вот какое-то, ну, вот что-то такое, наверняка там была какая-то энергия, да, классная. Я надеюсь, мне кусочек перепадет! Мы даже атласы там не разрешают их трогать руками. Это все делается в перчатках. Хранительница этих атласов, она нам переворачивала. Мы часов 5, наверное, да, там провели в хранилище. Это приносится атлас под специальные лампы. Она в перчатках, в чем-то бумажных, не в резинах. Все это перелистывает, и мы все это смотрим. Только так. А как отбирали, какой критерий был? Нравится, не нравится? Вдохновляет, не вдохновляет? Ну, здесь большой, во-первых, большая работа, потому что не каждый рисунок может лечь на канву. И, соответственно, здесь как бы работа совместная Инны и Ларисы Смышниковой, которые, ну, увидели то, что можно вот прям, ну, первое, наверное, такое вот яркое взять и непосредственно переложить на канву. Но я уверена, что там еще остались еще интересные проекты, которые мы можем быть, ну, дальше продолжим реализовывать. У нас работает интернет-магазин и простой магазин, поэтому наборы продаются у нас на сайте, поэтому человек может заказать, оплатить, и, соответственно, мы оформим заказ и отправим, это не проблема вообще. То есть в этом точно вы можете не переживать. То есть для тех, кто живет в Люберцах, это вообще очень просто у нас в магазине, ну а для тех, кому нужно доставить, пожалуйста, заказывайте, это не проблема. Котельников далеко Люберцы? Это вообще... Через дорогу? Ну, конечно. Приходите к нам, у нас очень интересно, у нас очень красиво, душевно. У нас экспозиции меняются каждые 1,5-2 месяца. Я бы там жила. Я в прошлый раз как там была, так теперь туда хочу вернуться и поселиться. Ну да, у нас очень круто. Тепло, душевно и здорово. Ну, мы ради тех, кто не может сюда. Вот меня очень много народу просило, кто живет вообще в другой стране и не может вообще сюда доехать. Расскажите, покажите, где купить, как будет, что будет дальше. Вот я спрашиваю, какие еще будут? Хоть чуть-чуть, хоть пару слов.
Ну, на самом деле будет дальше следующий, третий из этой серии ботанического атласа набор это лилия. Вот она, собственно говоря, сейчас отшивается, и я надеюсь, что в ближайшее время мы ее дошьем. Эта часть этой схемы будет опубликована, наверное, в февральском номере формулы рукоделия. Сейчас, потому что мы будем кусочек каштана опубликовать. То есть на ближайшие полгода у нас есть работы, ну, вот закончить вот эти вот три набора. Вот, ну а дальше будем разговаривать с Тарицыным, придумывать. Ну, я уверена, что мы можем даже и продолжить эту историю, если они увидят в этом перспективу и захотят с нами продолжать сотрудничать. Ну, резюме, если хотите увидеть новинки, покупайте журнал «Форума рукоделия». Если хотите все увидеть там новинки, будет. Если хотите знать, вообще быть в курсе всех событий, которые происходят в мире рукоделия, около «Формулы рукоделия», то, безусловно, читайте наш замечательный журнал. Я его очень люблю. Я его храню, я его трогаю и вообще вот каждый раз перелистываю. И всем рекомендую, всем рукодельницам и вышивальщицам, и скрабутершам, кто занимается этими видами творчества, читайте, покупайте. Можно заказать у нас на сайте. У нас самая лояльная цена на свете. Вот, можно следить за нашими видеоанонсами, за нашими анонсами в интернете. Мы каждый раз, когда выходит номер, делаем такие видеозарисовки, что почитать, что вышить в номере. Мне кажется, мы единственные, кто из рынка рукоделия делает такие анонсы, и это, мне кажется, круто! Вот. Ну, в общем, в целом, мы себя не похвалим, что-то не похвалим. Вот. Но мы стараемся, и, естественно, ко всем комментариям, каким-то предложениям мы очень нежно относимся и отвечаем. И, ну, конечно же, на какие-то классные идеи мы реагируем с результатом. Ну, у меня просьба лично, я очень люблю гравюру, если там есть какие-то, я имею в виду монохром, да? А-а-а. Ну, просто каждый вышивальщик вышивает то, что нравится, и то, что подходит под интерьер. Вот мне нужен монохром. Мы и учтем ваше пожелание, если будет, обязательно сделаем. Спасибо большое. Архитектурный какой-нибудь. Архитектурный? Ну, вполне возможно, что может быть что-нибудь такое придумаем. Не знаю, ну... Опять же, это же фантазия, творчество, креатив. У меня вот еще такой вопрос. Я знаю, что эта выставка потом пройдет в нескольких еще других городах. Да. А вот партнерский этот проект будет представлен? Мы его... Нет, я думаю, что мы привезем, то есть вот в такой экспозиции мы представим, то есть там стеночку нам выделят, покажут, и мы будем рассказывать. То есть для нас очень важен контакт непосредственно с нашей аудиторией и какие-то части спецпроектов, которые мы представляем в Москве, ну, например, вот этот проект, плюс частично фестиваль «Современный войлок» мы повезем сейчас в Самару, потом в Екатеринбург. То есть что-то мы сюда вывозим, чтобы у людей была возможность это увидеть своими глазами, потому что картинка – это одно мы знаем, а воочию, когда ты увидишь, совершенно другое. Значит, Самара может порадоваться тому, что они увидят эти помидорчики. И купят, возможно. Ну, мы увидим. Ладно, буквально через полтора-два месяца. Это мы...